Девочки, всем привет! И мне пришло, ну, в принципе, много посылочек с Алиэкспресса. Все их привозят мне новой почтой. Ну, привозят с периодичностью, там, день-два. Просто собрала несколько, чтобы сразу вам показать. Первое, это такие вот игровые кости. 10 штучек. Ну, не помню, по цене, по-моему, 15 гривен. Но у меня для фоток. Также часики, такие маленькие уточки, декоративные часики малюсенькие. Заказывала, кстати, второй раз. Их первый раз заказала одного продавца и 2 месяца ждала, они не пришли. Открыла сфор, вернула денежки, заказала у второго продавца. А у второго вот дождалась. Это через месяц я их получила. Вот такие вот интересные часики, но они очень маленькие. Так, дальше. Бирочки. Ну, бирочки, кому интересно, может, не очень интересно. Кругленькие, длинные, большие, темные и светлые. Они также и в черном цвете. В общем, это у одного продавца. Ссылку дам. Это вот у другого продавца. Бирочки с сердечками. И их тут больше. Там по 10 штук, а тут я даже не знаю, сколько штук. Ну, в общем, мне в таком количестве не надо, просто... Они только набором продаются. Дальше, вот такая вот штучка «Давид сок с цитрусов». Я ее везде искала и у нас не нашла. На рынках, где вот все деревянное, везде спрашивала, магазинчиков нигде не было, потому заказала с Китая. 55 или 65 гривен обошлась мне эта штучка. Приехала она ко мне где-то за 3 недельки, тоже новой почтой. Так, в принципе, тут все новой почтой пришло. Вот такой вот прищепка, прищепка-зажим. За доской, где можно какую-то надпись сделать. Тоже такая интересная штучка. Нужна мне для фоток. Это тоже мне вот с сердечками пришло. Это у продавца у этого. И тоже у него такая вот форма. Делать вафельки в виде сердечек. Она небольшая, потому лучше сразу брать 2. Но я взяла пока на пробу 1. Если у меня все хорошо будет получаться, я, может быть, еще 1 возьму. Чтобы просто быстрее все это было. Они есть квадратные, есть с сердечками. Ну, я решила сердечки. Может, вторую возьму квадратики. Вот так вот. И дальше. Такие милые топулики для малышки. Пинеточки, туфельки в виде мышек. Красивейшие. Сзади тоже картиночка. По цене около 60 гривен. Запаха практически нету. Красиво все выполнено. Мне очень понравились. Нужны мне они на подарочек. Вот такие вот милейшие туфельки. Брала я размерчик на 6 месяцев. Второй размерчик. Так. И тоже на подарочек. Вот такая вот. Сейчас, девочки. Чуть-чуть дальше. Вот такая вот. Это на коляску игрушка, которая вешается. Тут есть завязочка. Завязочка. И такие вот игрушки. Где-то тарахтелка. А вот тут есть тарахтелка. Ну, в общем, такая вот милая безделушка. Такая нежная-нежная. Можно мальчику и можно девочке. В общем, такая вот нежная игрушечка. Все мягкое, приятное и недорого. Где-то 70 гривен, по-моему. И еще одна посылка. Тут у меня 3 товара. Это для ногтей. Оставила напоследок. Блестяшки разноцветные. Такие они плоские блестяшечки. Угу. Просто блесточки. Потом камушки. Камушки. Цвет, по-моему, АБ. То есть цветные, по-моему. Они как металлик. Они не прозрачные. Они разные, очень разной формы. Такие бульонки, стразы как-то. Как-то так. И тут у меня 2 слайдера. Тоже у этого продавца. Мне понравились эти розы. Они в топе у продавца. В принципе, я подумала, у меня таких нету. Пусть будет. Ну и ловцы снов маленькие. Маленьких у меня тоже не было. Вот такая вот красота. В принципе, это были все посылки пока, которые мне пришли. Спасибо за внимание. До скорых встреч.